От 6 до 10 тысяч шагов в день – это норма физической активности для человека. Новочебоксарск – один из 7 российских городов, который стоял у истоков движения «Здоровые города». В двух школах города Спутника, 14 и 17, уже не первый год реализуется пилотный проект «Школьная медицина». Ежегодно дети проходят медосмотры, где выявляют заболевания на ранней стадии. Тем, у кого есть проблемы органов зрения, костно-мышечной системы и полости рта, подбираются индивидуальные занятия, разрабатываются специальные программы по физкультуре. Кроме этого, проводятся осмотры стоматологом. Задача педиатра – сохранить то здоровье, с которым ребенок родился. Вот он родился в роддоме с определенным уровнем здоровья. И наша задача, чтобы это здоровье сохранилось до взрослого возраста и как можно меньше болезней присоединилось. По проекту формирования современной городской среды в Новочебоксарске строятся спортивные площадки во всех микрорайонах. Благоустройство улиц и общественных пространств включают элементы для поддержания физической формы. Ельниковская роща – это памятник природы. Она занимает площадь 144 гектара. Мы провели зонирование нашей рощи. И здесь определили 7 гектаров. Это активная зона. Здесь у нас аттракционы, предприятия общественного питания и остальная территория – это экологическая зона. Здесь мы установили спортивные площадки по просьбе любителей спорта. Вот эта спортивная площадка стоимостью 1 миллион рублей была установлена в прошлом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Также в прошлом году за счет средств этого национального проекта мы провели асфальтировку основных дорожек в Ельниковской роще на сумму 21 миллион рублей. Поддержание физического тонуса не требует много усилий и времени. Теренкур, велосипедные прогулки, даже простая зарядка помогут надолго сохранить здоровье. И возможности для этого в Новочебоксарске есть. Мария Федорова, Николай Скворцов, Республика.